смотрите в следующей программе. Напомним, ранее в Академии единоборств Виталия Минакова. Гибкий, блин. Тихо. Чуть-чуть, да, где-то показал, подернул. Вот. Я упал. Потянулся, блин. Убежал. Прощаемся с Брянском. Всего доброго вам. Спасибо Брянску. Давайте, до свидания, Евгений. Все, поедем. Но прежде рассказ, посвященный ударной технике. Личная тренировка по ММА от Николая Алексахина. Ты можешь показать хоп, рукой. То есть ты бы за ногой. Это есть такой супермен. Панч, удар, как бы. У меня тоже как бы получался. Ты вроде как прикормил лоу-киком сначала, бам-бам-бам. А потом чик, он хоп, уже руку опустил правую. Ты пробиваешь. Это хорошо. А Джордж Сенгер делает. Он с передней ноги пробивает из заднего. Такой очень интересный, хороший удар. Повторяем азы бокса с Валерием Швецовым. Мы же опять, мы не разделяем удары. Понял. Вот таким вот. Вот смотрите, у вас правая постоянно получается как заброс. Да? Вы забрасываете ее. А надо именно бить, как хочешь. Без нужного движения. Хоп, и назад. Второй день в Академии единоборств Виталия Минакова.